Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Так кто виновен в ДТП? Безнадзорные животные на федеральных трассах. Данная проблема очень актуальна в нашей республике. Кто еще не успел получить 5000 рублей, пенсионный фонд напоминает о выплате на детей до 8 лет. Нужно всего лишь подать заявление. Какая она большая перемена? Всероссийский конкурс помогает выявить талантливых школьников, обладающих активной жизненной позицией. В Карачаево-Черкесии завершилась молодежная акция «Голубая лента», проходившая в рамках «Недели воды». Каждый год на дорогах России происходят дорожно-транспортные происшествия с участием животных. И, к сожалению, аварии не обходятся без человеческих жертв. В ПДД животные не выступают отдельными участниками дорожного движения. Это вполне логично, ведь лошадь или корову не заставишь переходить дорогу по переходу. И здесь вся вина ложится на хозяина, который не следит за своими домашними животными, и они пасутся без присмотра. Данная проблема очень актуальна в нашей республике, и зачастую в населенных пунктах животные выходят на дорогу, и все это приводит к ДТП. И все же, как решить эту злободневную проблему и кто в ответе за человеческие жизни, Аслан Гирюгов искал ответы на вопросы. В Карачаево-Черкесии сохраняется высокий уровень аварийности с участием домашних животных. Только за прошедший год было зарегистрировано 162 ДТП. Двое людей погибли и 19 получили тяжелые травмы. Несмотря на то, что с владельцами животных постоянно проводится работа, статистика продолжает расти. На постоянной основе у нас заседание проводится с привлечением, куда приглашаются, в общем, все главы сельских поселений, поселковые, сельские поселения, муниципальные образования. Вот на последних заседаниях нами принято решение об активизации работы, в первую очередь, пропагандистской направленности, то есть довести до граждан ихнюю ответственность за нарушение республиканского закона. Парламентом нашей республики в 2014 году был принят закон о порядке выпаса, содержания и прогона сельскохозяйственных животных. Данное нарушение влечет за собой наложение административного штрафа. Еще одна проблема – поиск самих хозяев. Ведь многие люди никак их не признают. Законом предусмотрено, что владелец должен чипировать либо таврировать животное в возрасте 2 месяца. Но так как это не делается, в случае ДТП хозяин остается безнаказанным. Более того, владелец животного обязан поставить это животное на учет как в ветеринарной службе, так и в муниципальном образовании, в хозяйственную книгу внести. Но в кодексе об административных правонарушениях нет статьи за отсутствие идентификации. То есть один закон регламентирует идентификацию животного, другой не накладывает за это наказание, за отсутствие этой идентификации. Если животное идентифицировано, мы можем установить владельца, соответственно, к владельцу будут применены меры административного воздействия. К решению данной проблемы привлекается все больше людей, ведь с начала 2021 года уже произошло 18 аварий по вине животных. Из числа сотрудников полиции и районной администрации создаются рейдовые группы, которые выявляют бесхозно пасущийся скот, и после чего он задерживается. Тревожит то, что статистика у нас идет в гору, как бы. Она не уменьшается, вот эта проблематика, она имеет тенденцию к росту. Поэтому мы бьем тревогу, мы хотим вот наладить такую обратную связь с населением, чтобы, так скажем, была поддержка непосредственно от жителей сельской местности. Очень плотно работаем мы с нашей фракцией в парламенте. Почему? Потому что сегодня у нашей фракции есть все необходимые инструменты для того, чтобы принять нужное количество этих правовых актов для того, чтобы эту проблему решить в корне. Выход животных на трассу – это результат безответственного отношения их хозяев. Пока каждый владелец лошади или коровы не поймет, что своим халатным отношением он может загубить чью-то жизнь, данная проблема останется нерешенной. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. Федеральные трассы Северного Кавказа подготавливают к весеннему половодью. В целях повышения оперативности действий в управлении федеральных дорог Кавказ заблаговременно создана противопаводковая комиссия. Для предупреждения оперативной ликвидации возможных ЧС бригады осуществляют круглосуточный мониторинг участков автодорог, мостовых сооружений и водопропускных труб.
подверженных опасности подтопления. Диспетчерская служба ведет особый контроль ситуации на потенциально опасных участках дорог и искусственных сооружениях. Налажено круглосуточное взаимодействие с Центром управления в кризисных ситуациях Южного регионального центра МЧС России и управлениями по гидрометеорологии. В период прохождения весеннего паводка 2021 года задействовало 450 рабочих и свыше 200 единиц спецтехники. Бригады с техникой и необходимыми материалами осуществляют круглосуточный мониторинг участков автодорог, мостовых сооружений и водопропускных труб, подверженных опасности подтопления. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 534 человека. Из них 18 257 выздоровели, 110 человек госпитализированы. МЧС предупреждает, в горах Карачаево-Черкесии лавиноопасно. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии дождь и мокрый снег, местами сильные осадки. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-20. Температура ночью минус 1 плюс 4, днем местами до плюс 9. В Черкеске временами дождь, ночью сильный, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 2 плюс 4, днем 4-6 градусов тепла. В жизни бывает так непросто встретить несокрушимого и непробиваемого человека, каменную стену, человека глыбу. Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. Продолжаем выпуск. Пенсионный фонд напоминает о выплате на детей до 8 лет. Заявление принимается до конца марта. Сумма 5000 рублей положена на каждого ребенка, которому еще не исполнилось 8 лет, и предоставляется родителям, усыновителям, а также опекунам и попечителям детей. Чтобы оформить выплату, надо подать заявление в любую клиентскую службу пенсионного фонда, независимо от места жительства, или направить электронное заявление через портал госуслуг. В заявлении указываются данные свидетельства о рождении и СНИЛС ребенка, а также реквизиты счета в банке, куда будут перечислены деньги. Обратиться лично в пенсионный фонд также необходимо в случае усыновления детей, поскольку средства таким семьям могут быть назначены только после предъявления документов об усыновлении. Согласно регламенту, заявление может подать любой из родителей, указав свой банковский счет. Если ранее выплаты на детей уже предоставлялись, но счет поменялся или был закрыт, родителям необходимо представить в пенсионный фонд заявление с новыми реквизитами. В конце февраля стартовал всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». Его цель – помочь учащимся раскрыть те способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады. Во второй школе Черкесска побывала наша съемочная группа. Подробности у Мурата Джинкезова. Все дети разные. «Большая перемена» намерена доказать, что не только олимпиадник, условно по химии и математике, может быть успешным. Конкурс поможет выявить среди учащихся страны тех ребят, которые обладают активной жизненной позицией, являются лидерами мнений, не боятся себя проявить и готовы учиться новому. В «Большой перемене» в 2020 году участвовало более миллиона учащихся школ России. В этом году, в 2021 году, масштабы увеличились. Сюда теперь включаются и учащиеся 5-7 классов. Естественно, хочу сказать, что и увеличивается, я так понимаю, призовой фонд.
поощрительные. Посредством участия в общероссийском конкурсе ученики могут раскрыть свой потенциал, изменить себя и свою жизнь, получить массу позитивных эмоций, найти новых друзей, а в случае победы получить деньги на дальнейшее образование. Этот конкурс дает много возможностей. Во-первых, возможности показать себя, показать свое образовательное учреждение и, конечно же, показать достойно свой регион. Далее, этот конкурс дает возможности выиграть призы. И главный приз, наверное, это 1 миллион рублей для участников 11 класса, 10-11 класс. Это дает им право потратить эти деньги на образование. В этом году призов будет больше. Большая перемена – это самый масштабный конкурс среди школьников. Их ждут самые невероятные испытания, самые хорошие призы для победителей и самая лучшая возможность изменить свою жизнь. Моим направлением в этом конкурсе стало направление «Помни». Это направление связано с историей. Мой кейс назывался «Палитра истории». Задача этого кейса была, чтобы живопись более подробно рассказать для ребят и также для взрослых людей о живописи, преподнести это в более удобном формате и главное, чтобы это было доступно. Итогом моей работы стал сайт и презентация на Яндекс.Диске. Конкурс «Большая перемена» будет проводиться в течение года в 6 основных этапов. После обязательного тестирования школьник получает право выбора одного из 9 направлений. Все следующие испытания конкурса будут проводиться внутри выбранного направления. Регистрация участников продлится до 22 июня. Мурат Чанкюзов, Руслан Харченко, Вести Карачаево-Черкесия. Во всех странах мира отметили Международный день воды. Цель праздника – привлечь внимание и к обеспечению безопасной питьевой водой. В Карачаево-Черкесии к знаменательной дате завершилась информационно-пропагандистская молодежная акция с символичным названием «Голубая лента», проходившая в рамках недели воды. Ахмат Халкечев продолжит. Неделя воды, инициированная Карачаево-Черкесским филиалом РусГидро и Республиканским центром дополнительного образования детей, оказалась весьма насыщенной на мероприятие. В начале акции «Голубая лента» объявили 4 конкурса на лучшую фотоработу, подделку, стенгазету и стихотворение о важности воды для нашей планеты. Данное мероприятие необходимо для того, чтобы привить детям бережное отношение к окружающей среде и, естественно, в первую очередь, к водным ресурсам. После того, как мы неделю воды завершаем, многие дети понимают, что нужно бережно относиться к пресной воде, что у нас глобальная проблема по пресным водам. Большое количество участников из самых разных уголков республики представили свои работы на суд-жюри дистанционно. В литературном конкурсе школьникам и студентам нужно было представить собственные стихи о важности сохранения водных ресурсов. Такие же условия и в конкурсах на лучшую фотоработу, подделку и стенгазету. В свои работы они вкладывали всю свою фантазию и глубину мысли. Мне показалось, что мифология воды – это очень интересная тема сама по себе, и решила нарисовать. Наверняка ты что-то хотела донести, и, наверное, что словами полностью не получится. Да, наверное, не получится. В то же время. То, что нужно беречь воду и что поддерживать ее чистой, ведь вода – это очень важный ресурс. Все работы конкурсантов размещены на официальном аккаунте Республиканского центра дополнительного образования детей в социальной сети Instagram. После подведения итогов компетентного жюри во всех 4 номинациях определят победителей. Им вручат дипломы и грамоты Центра дополнительного образования детей. Торжественное награждение проведет и Карачаево-Черкесский филиал РусГидро с вручением ценных призов, подарков и грамот от компании. В этот день по традиции мы проводим вот во всех регионах присутствия компании массу мероприятий. В том числе проводим мы ежегодно такие мероприятия в Карачаево-Черкесии. И нашим партнером при этом всегда является Центр дополнительного образования детей. Мероприятие получилось хорошее, на мой взгляд. Дети услышали много полезной, нужной информации. Вот она воспринимается очень доброжелательно, хорошо, с интересом. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия. Это все вести. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Преступление».